На недавно прошедшем автосалоне в Москве представили новую «Ладу Весту» в стране. Смотрится машина очень красиво, для русской машины прям невыносимо. Ходят слухи, что «Лада Веста» заводится сразу и даже трогается с места. И что впервые вместо трех икон подушки безопасности спасают салон. Впервые для того, чтобы закрыть окно, не нужно рукою давить на стекло. Поговаривают, что когда 120 несешься, впервые от страха в ней не Лада Веста своими чертами впервые не похожа на ведро с болтами. Автомобиль реально неплох. О боже, скажи нам, в чем же подвох? Лада Веста, Лада Веста, давай признайся, скажи нам честно. Не могут же 40 лет рождаться уроды и внезапно в семье счастливые роды. Лада Веста, Лада Веста, ты же вышла из того же места, откуда вышли Лады Самары, приоры, калины и прочие шмары. Лада Веста, Лада Веста, встань перед зеркалом, признайся честно, ты же не похожа на Ладу, видишь? Лада Веста, может, ты подкидыш? Может, в твоем появлении виновник из Мерседеса тайный любовник? Может, он трахал конвейер всю ночь, зачал внебрачно красивую дочь? Лада Веста, Лада Веста, из чего ты, из какого теста? Может, не заглохнув, довезешь до дома? Лада Веста, ты апогей автопрома, ты автогей апопрома, ты автоапромогея, ты геепром автопопа, реальное что-то.